Всем привет на канале Припресс. В прошлых уроках я показывал, как на визитке наносить лак и увеличивать фон под обрез. Сейчас же покажу, как поменять цвет фона. Задача изменить этот красный фон на другой, на серый, например. Это у меня на линках. Исходник. Я вам говорю, Edit Original. Дальше. У нас есть два способа, как это сделать. Первый. Очень точный при помощи пера. Не знаю, что-то перо не показывает пером, крестиком. Сейчас вдаваться в эти подробности не буду. Рисуем пером контуры нашей фотографии. Я ускорюсь, это повторюсь, очень такой долгий процесс. Все, ускоряюсь. Итак, готово. Убираем наш паз. На Layer. Нажимаем Ctrl и на иконочку. Переходим в Layer. Hue Saturate. Синий. Он был основан на синем. Saturation, цвет, наверное, где-то такой. Итак, второй способ быстро выделить изображение. В прошлом уроке я показывал, как в первом варианте это перо, а сейчас берем, как это называется, Quick Selection. Выбираем наш слой. Один. И выделяем. Там что-то мощность пошуршала. Пройдемся по некоторым проблемным местам. Таких как красные. Там, в принципе, видно не будет. Здесь тоже. Здесь, наверное. Можно уменьшить кисть.
Не знаю, это кто как руку набьет себе. Мне так кажется, намного дольше, чем пером. Но опять же, все зависит от того, какой вид продукции вам надо сделать. Если это плакат, то сочувствую. Если это визитка, то этих действий вполне достаточно. Потому что визитка печатается каким размером? 90 на 50. Это 9 сантиметров на 5 сантиметров. Какой, блин, нафиг плакат? Поэтому все зависит от того, какая вам работа нужна. Но все равно я как привык первым, блин. Ну, опять же, когда начинаешь работать, тогда начинаешь привыкать к одному или ко второму способу. Ну, побольше, наверное, не знаю. Те, кто не хочет платить другим деньги, делают такое. Да, от фотографа очень все зависит. Ну, было бы прикольно, если бы просто отдали файл и все. Исходник. Я бы потом делал с ним, что хочу. А не он мне тут вот дерьмо, блин. Опять же, Image Adjustments. Hue Saturation. Забыл инвертировать. Ctrl Shift и Adjustment. Hue Saturation. Помните, синий. Окей, по-моему, это даже прикольно получилось. Как вы считаете? Да, вот мы его и сохраним как C. Так что смотрите сами, решайте сами. Всем удачи, пока. До новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.